Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» і я, Галина Щерба. Із настанням літа все більше людей намагається вибратися на природу і щоб чудово відпочити. Але укуси різноманітних отруйних тварин можуть надовго зіпсувати довгоочікуваний відпочинок. Як уникнути самих укусів та їх негативних наслідків? Про це просто зараз поговоримо із нашою гостею. До нас завітала Світлана Маркова, обласний токсиколог і завідувач токсикотерапевтичним відділенням Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Вітаю вас. Добрий день. Отже, яких тварин ми можемо вважати і називати отруйними? Кого боятися влітку? Конечно, у нас очень много, в общем-то, насекомых, которые могут нанести вред человеку. Насекомое любое, которое повреждает кожу человека, уже наносит определенный ущерб. Но есть насекомое, которое оказывает только местную реакцию, и есть действительно насекомые ядовитые, которые могут нанести резорптивную или так называемую общетоксическую реакцию. В нашем вот регионе в основном общетоксическую реакцию оказывают жалящие насекомые в связи с возникновением аллергических реакций разной степени и пауки, ну, тарантул, каракурт. Но вот за все годы моей работы мы никогда не сталкивались с укусом тарантула, который тоже оказывает местную и общетоксическую реакцию. Чаще это каракурт, который оказывает общетоксическую реакцию. К сожалению, он регистрируется ежегодно, последние лет 15. Количество этих укусов варьирует в зависимости от природных катаклизмов. Жаркое лето, дождливое лето. Примерно начиная максимум был 15, минимум 4-5 за год. Регистрировалось вот таких случаев. В прошлом году это было 7 человек с укусами каракурта. Но чаще, конечно, сейчас июнь месяц, еще каракурты у нас впереди, они начинают свою активную, так сказать, деятельность, начиная вот с июля по сентябрь, если теплое лето и осень до октября месяца. Потому что в основном кусают, все знают, самки. Они, вначале они маленькие паучки, даже маленький паучок, он уже ядовитый. И у нас они повсеместно находятся. Вот и Варваровка, и Шевченко, откуда нам поступали укушенные. Многие, осматривая свои огороды, на плетнях иногда видят вот эти паутиные семьи, гнезда. И нам приносили, прямо в баночки собирали и приносили этих маленьких паучков. Их надо обязательно опаливать, и все-таки для того, чтобы меньше их было на своей территории. Вот паучок маленький растет, самка. Чем она проходит в своей жизни, в своей деятельности 9 линек. Чем больше линек, тем она становится более зрелой и более ядовитой. Вначале, ну и тяжесть укусов, естественно, когда больные обращаются, она тоже отличается. Протекает более легко. Протікає більш тяжело токсична реакція. Ми відразу почали говорити за комах і за павуків, але так. Ще й інші небезпечні да, істоти. Конечно. Ну, люди чаще сталкиваются и всегда идут вопросы по поводу клещей, которые первые, наверное, появляются, и по поводу комаров, которые тоже распределены. А они... ще, може, и змеи також в наших краях ходять? Да, ну, змеи, ходить, да, так? Конечно, и змеи, да. Уже были в этом году случаи, когда люди обращались с укусами змей. Де, крім свого городу, може чатувати небезпека? Змеи – это побережье рек. Но нужно только помнить, что слишком бояться их не нужно, потому что в самой реке они не кусают. Они кусают на берегу. И никогда не нападают на человека. А случайно, когда человек идет по тропиночке и не видит змею, наступает на нее или вызывает какую-то опасность, тогда она может его поранить, укусить. Это, в общем-то, реки. А комары, клещи – это лесная зона, это посадки. Да, собственно говоря, дачи. На и даче навіть своя очень. Квартира. И, ну, клещи заносятся так. В квартиру животными. Если кто-то имеет кота или собаку, которая с ними гуляет на природе, то, попадая в дом, не всегда осматривается животное и не всегда видит, что есть клещ. Потом он наливается, он либо отпадает, либо он может попасть у вас и на постель, и на коврик. И, в принципе, вы найдете его на своем теле. Поэтому надо, конечно, осматривать. Такой вариант бывает. Отже, про всіх цих небезпечних істот ми поговоримо просто зараз. Залишайтеся із нами, а я нагадаю вам номер телефону студії прямого ефіру. 47-63-37. Ви можете подзвонити, додзвонитися до нашої студії під час цієї передачі і поставити лікарю свої запитання. Дякую за увагу, ми продовжимо. Отже, які прояви ось цих укусів
при контакте? Ну, любое насекомое, которое повреждает кожу человека, дает местную реакцию, практически все. Клещи, они не дают местной реакции. Собственно, это не наше ядовитое, не токсикологическое насекомое. Он внедряется в поверхность кожи, это кровосос, который насасывается кровью и отпадает. Но он может оставить свою головку, как инородное тело, и если его вовремя не удалить, он может нагнаиваться. Это работа хирургов и травматологов. Люди, которые пострадали от присасывания клеща, они обращаются в травмпункт. Там травматолог снимает его. Если он живой, его желательно отправить на исследование, потому что все уже, наверное, в курсе, что клещи переносят инфекционные заболевания. Боррелиоз и энцефалит. У нас в Николаеве регистрируется боррелиоз. Энцефалита пока как бы случаев не было. Это больше Крым, это Россия и так далее. А здесь боррелиоз – нехорошее заболевание, и его нужно тоже лечить. Если клещ обследован, и там нет опасности возникновения боррелиоза, ну, человек останется здоровым. Если есть, он получает превентивное лечение антибиотика. Если не удалось обследовать, то, возможно, лучше все-таки 5 дней попринимать антибиотикотерапию, ее назначают инфекционисты или травматологи для профилактики боррелиоза. Это что касается клеща. Что касается комара, он тоже переносит, вы знаете, малярию. Если она будет регистрироваться у нас, то он может стать переносчиком малярии. Правда, не все виды. И он переносит еще такой гельминт, есть дирофилариоз. Когда во время укуса попадает личинка, она начинает инкапсулируется в определенных местах, мигрирует по телу и иногда поражает и веки, и глаза, и так далее. То есть образуется такой капсулка. Эту капсулку, если возникла, тоже убирают хирургическим путем и извлекают вот этот вот гельминт. Вот. А так комары – это опять-таки не токсично. Он вызывает неудобства. И, естественно, у детей расчесы и местные вот, реакции расчесов могут воспаляться, нагнаиваться, как расчесы. Поэтому, конечно, находясь в отпуске, вы понимаете, что вы идете в лесную зону, с собой надо брать репелленты, надо одевать детей, потому что мошка, комары вызывают у деток очень выраженные реакции. Поэтому, да. Так, хоча ці комахи і не отруйні, але вони дуже розповсюджені і приносять чимало незручностей і неприємних відчуттів. А тепер давайте поговоримо про отруйних комах. Как бороться с их укусами? Самое опасное, если уж говорить о смертельных исходах, самое опасное – это жалящие насекомые, пчелы, осы, шершни. Шершни похожи на осу, но они более крупные. И, конечно, укус шершня самый такой тяжелый. Небеспечный. Но, тем не менее, все еще зависит от чувствительности человека. Многие, вы же знаете, занимаются пасекой, на пасеках вот пчеловоды, которые знают, как обращаться, как поберечь себя от укусов. Но, тем не менее, зависит тяжесть состояния от чувствительности, раз. Какое место был ужален человек, два. Место одно дело – рука-нога, другое дело – шея, голова, полость рта, особенно когда кушают фрукты. Очень тяжелые укусы. Даже если нет особой реакции аллергической, то отек местный может вызвать асфиксию, язык, гортань. Поэтому место укуса и количество пчел или количество насекомых, которые выпустили свой яд. Потому что в малом количестве, вот для животных мелких, укус большого количества пчел может быть смертельным. То есть животное погибает. Потому что особенно маленькие собачки, коты, если будут нападут пчелы, рой. Пчел, он вызовет, конечно, множество укусов. Ну и бывает одна пчела вызывает такую реакцию, что человек может погибнуть. Обычно взрослые люди, они уже знают, что они очень чувствительны. Допустим, знают, что да, у меня есть аллергия на осу или пчелу, укус на яд. Поэтому они всегда едут на дачу, едут куда-то за город. Они должны с собой всегда брать препараты, которые могут обеспечить им какую-то экстренную помощь до обращения в медучреждение. Это антигистаминные препараты, элементарные, там тавигил, димедрол, супрастин, фенкарол, первого, второго ряда антигистаминные, мази. Даже если, возможно, допустим, инъекции кто-то умеет делать, можно ампулку преднизолона
дексаметазона, стероидных гормонов, которые являются сильными препаратами, адреналин, ампулку. Особенно если едет, допустим, бригада людей, туристы, они должны обязательно иметь с собой аптечку для оказания первой помощи. Возможно, кто-то из людей окажется или средним медработником, или парамедиком, которые знают, что делать при этом, и может спасти человека. Потому что аллергическая реакция бывает ранняя и поздняя. То есть ранняя она может возникнуть вот моментально при укусе пчелы. Поздняя может возникать позже, через несколько часов, 12 часов. Но они бывают гораздо более серьезные, вот эти реакции, по типу поражения почек, кожи, по типу васкулитов, даже чем ранняя. Ранняя, это да. Это такая реакция, да, на отруту, да, яку выделяют, да, тварину. Это именно аллергическая реакция, аллергия, если больной сенсибилизирован к данному укусу. Ранняя реакция, она тоже бывает разной степени. Легкая, почесалась, местный отек. И сыпь, допустим, крапивница, может быть отек лица распространенное, ну, какое-то беспокойство и так далее. Это легкая реакция. Вторая идет в средней тяжести, когда может быть тошнота, рвота, небольшое падение артериального давления, боли в животе, понос, отек, осиплость голоса, уже отек голосовых связок. Дальше идет третья, более тяжелая реакция, которая проявляется аритмиями, падением артериального давления, то есть уже ближе к так называемому анафилактическому шоку, с цианозом, с дыхательной недостаточностью, ну и анафилактический шок, который тоже бывает разной степени, мгновенный, там, тяжелый, легкой степени, это все зависит от момента укуса до развития этих заболеваний, за этой патологией. Поэтому очень важно уметь оказать первую помощь при вот этих ситуациях. Они могут быть часто. Це сюди можемо занести і народні методи, і методи медицини. Да, конечно. Ну, профилактика понятна, да, одеваться, если бы не нужно возле пасеки близко находиться, не надо, если рядом пчелам, размахивать руками, не надо. И если пчела там или жалище насекомое укусило, не нужно его раздавливать, хлопать по нему, нужно его сбросить, потому что во время прихлопывания выделяется ряд биологических веществ, которые вызывают агрессию у остальных пчел, и вы можете попасть под рой. Понимаете, поэтому ее лучше сбросить. Если есть возможность удалить жало, если оно, вы видите его, вытащить жало, положить холод, обработать нашатырным спиртом, просто нашатырный спирт с водой, млечный сок одуванчика, он тоже уменьшает отек, вот как бы народный метод. При этом. В походных умовах, да, треба, да, знати такие. Конечно. Методы. Вот укус, допустим, гадюки, я о нем скажу позже. Хорошо, виноградная лоза, сжженная, пепел от виноградной лозы, это еще вицена, такой народный метод придумал, который снимает несколько отек. Затем чеснок, кашица из чеснока, местно снимает отек. Это джоли також. Да, да. Можно, ну, это чеснок народный. Подрібнити, конечно, и прикласти. Но это народный метод. Якщо немає ліків під если рукою. Нет, да. Ну вот нашатырный спирт просто с водой смешать или водочник, обработка водочного компресса. Если человек знает, что у него точно такая сильная реакция, желательно, если много пчел покусало, или вы видите, что выраженный отек, надо сразу наложить жгут выше места. И вот это место, которое было, потом жгут отпускать потихонечку, чтобы сам яд не резко поступал в организм. Отпускать, послаблять его на 1-2 минуты. Вместо укуса можно положить холод. Можно, если кто-то может, иногда вот валидол ложить для сужения сосудов. Можно обколоть, если есть адреналин в сумочке, помощь, то можно вокруг обколоть адреналином. Если у человека очень выраженная реакция, можно и ввести подкожно хотя бы полкубика адреналина. Это поможет снять вот эту вот шоковую, первую шоковую реакцию. Потому что такие люди обычно тяжелой степени, они нуждаются в реанимационных мероприятиях. И, естественно, нужно побыстрее, как можно побыстрее, либо связаться, получить какую-то консультацию. Конечно, если есть димедрол, супрастин, помимо этих методов еще ввести противогистаминные препараты, дать таблеточку, допустим, банальный лоротодин, там, какой есть кетотифен, уже второго ряда препарат, который поможет. Сейчас очень много современных есть методов лечения антигистаминных препаратов. Кроме того, есть мази, которые дают противоаллергический эффект, но это в том случае, если только местная реакция. Обычно
При легкой степени отек уходит в течение суток. Но если расчесать, если попытаться там что-то выдавливать, иногда бывает осложнение инфекционного порядка. Конечно, может быть инфекция, и тогда местная реакция будет более тяжелой, и ее дольше придется лечить. Уже у дерматологов, у хирургов, в зависимости от того, какое осложнение будет у данного человека. Ну, у нас попадали такие люди, были летальные исходы, но вот года два у нас уже нет таких случаев. Так, единично был анафилактический шок именно на укусосы, и люди погибали. Звучит как маса, оса, вот такая обычная. Скажіть, будь ласка, це така реакція організму людини була, чи просто невчасно була надана допомога, невчасно людина зреагувала? Понимаете, среагировали то вроде бы на дачу уколола, и что было, люди приняли. И по пути в город была вызвана скорая, эта скорая ехала навстречу, перехватила больного и делала, но молниеносная реакция, когда нужно интубировать, то есть когда, или либо пока вот довезли, а у него уже была остановка дыхания. Да, это именно очень выраженная анафилактическая реакция организма. Конечно, вот люди боятся иногда змей больше, да, чем жалящих насекомых. Так хотя, что там оса вкусила, да, кого она кусала? Хотя я вам скажу, что вот мы никогда почти не наблюдаем тяжелых укусов змей у нас в области. У нас много, вот обычная гадюка наша серая, степная, а вот более тяжелая дает крымская степная, прям вот как граница. По полосе идет крымская степная. У нас было два случая таких более тяжелых реакций. А вот наша гадюка, она бьет, пугает, оставляет вот таких два следа от укуса. Люди пугаются. Было пару раз, когда был местный отек, потому что она выделяет вещество, которое вызывает тромбирование, повышает свертываемость крови, и в венках кровь тромбируется, возникает выраженный отек с нарушением кровообращения. Тут, мабуть, також важливо дуже швидко зреагувати. Среагировать, но не перестараться. Недавно к нам мужчина пришел, уже принес убитую змею с двумя этими укусами и сказал: вы обследуйте змею. Ну зачем ее уже обследовать? Мы понимаем, что даже эта серая гадюка, она не принесет ему никакого вреда. Мы давно отказались от противокаракуртовой, от противогерзовой у нас была сыворотки, потому что она просто нам не нужна. Общей реакции наши змеи такой не дают. Они дают местную и отек конечности. Самое большое выраженное. Даже степная гадюка крымская, она тоже давала отек, причем выраженные плеча. И опасность в основном некрозов, когда раздувается отек, сдавливаются сосуды, и поэтому могут возникать некрозы, то есть омертвление пальцев, кончиков. Вот в этом как опасность. Реагувати, як діяти в тому випадку, якщо вкусила гадюка, змія? Да? Просто обработать спиртом рану. Ни в коем случае не надо высасывать, выдавливать, надрезать. Потому что у нас были случаи, когда надрезали, а потом мы долго лечили инфекцию, эту рану, которая образовалась. У вас все это пройдет. И пользоваться, даже если отек, ну, можно обратиться. Мы ложим таких больных там на 5-6 дней, проводим дезинтоксикационную терапию, потому что иногда бывает и температурка повышается, бывает общая реакция слабости, головокружения. Мы проводим терапию, плюс наблюдаем за этой раной. И дома, если домой отправляем, рекомендуем мазь гепарином. Гепариновая мазь, лиотон, которая быстрее обеспечивает нас гепарином, обеспечивает снятие отека. Поэтому, в общем-то, не надо уж очень бояться наших змей. А как, чи можно попередить ось такой укус? Ну, не підходити, не наступати. Конечно, только быть внимательным. Если вы видите, что вы идете к реке, и там их много, просто смотреть под ноги, чтобы ее не затронуть. Сама она, или если в палатках, вот на косе, там, чтобы не заползла. Заходите, посмотрите, что там у вас находится, потому что даже те же каракурты, это же тоже, вы понимаете, что нужно смотреть профилактически, чтобы этого не было. Когда мы получаем вот такие укусы, допустим, каракурта, мы всегда собираем анамнез, где случилось, как произошло. И чаще всего такая, знаете, традиционная ситуация. Чаще частный дом или дача. Чаще оставленная обувь на улице. Они любят туда залазить, заползают, да. Кроме того, что нужно помнить, что укус очень мало болезненный. Человек может сразу не понять, что там кольнуло, и все, мелочь. Туалеты выгребные, их всегда нужно обжигать, чтобы не было пауков в выгребных туалетах. В сараях,
Они заползают, особенно к осени, пытаются войти в дома. Кроме того, нужно осматривать постель, если в частных домах, чтобы не было этого. И сбор урожая на огородах. Вот последние 2 года в основном это ботва. Люди полураздетые, жарко. К себе собрали на огороде ботву и куда-то выносят. И в это время укус. Нога, рука, живот. И возникает реакция. Укус не видят. Если увидел черненький укус, то, конечно, можно вот тот метод народный, который никто не отрицал пока, место укуса тихонечко спичкой, но аккуратно, чтобы не вызвать ожог, прижечь. Но именно в этот момент. Потому что это биояд, он очень быстренько всасывается. По перинервиям он поступает как бы выше места укуса. Допустим, нога – к паховой области, к пояснице, рука – к грудной клетке. И человек, который даже не заметил, вдруг возникает резкая, знаете, боль за грудиной, боль ужасная, ломящая поясница, он беспокойство, чувство страха, в пот бросает, повышается артериальное давление. Этот яд имеет такую способность адренергического ряда. Особенно гипертоникам опасно, потому что и так гипертоника, тут вам еще и такой выброс. Поэтому, когда люди это чувствуют, в последнее время, в принципе, все уже знают, мы проводим беседы, что нужно быстренько выпить гипотензивный препарат, нужно больного напоить горячей водичкой, чаем горячим, укутать его, согреть и быстренько в больницу. Навіть горячий чай может прийти на допомогу. Да, легче, конечно, становится легче, потому что знобит. В отделении, конечно, когда-то была сыворотка противокаракурт, она эффективна, но она тоже делается, нужно помнить, из чужеродного белка лошадиного. И эта сыворотка может тоже вызывать аллергические реакции. И последние годы она была у нас не очень качественной, у нас пару случаев таких было. Кроме того, она очень дорогая. И одной дозы бывает недостаточно. Но опаснее даже не то, что дороговизна, а ты не ожидаешь реакцию аллергическую. Мы лечим этих больных, обычно вот средняя длительность лечения, в зависимости от тяжести, составляет от 3 до 6 дней. Первые 3 суток действительно тяжело, человека изнобит, но мы обезболиваем, вводим гипотензивные препараты, снимаем боль, вплоть иногда до наркотических средств приходится вводить. И обычно, вот, по крайней мере, последние годы все было благополучно. Мы людей успокаивали, они все выздоравливали и уходили без каких-либо последствий. Скажите, будь ласка, куди зараз звертатися? От якщо людину вкусила комаха чи змія, в людини шок чи паніка, під рукою нічого немає, що треба робити в такому випадку? Якщо чоловік в місті, і у нього місцева реакція, діти, взрослі діти, звертаються в обласну лікарню дитячу, яка знаходиться у нас на Ніколаївській, дитяча обласна лікарня. Остальні взрослі з 18 років к нам. Но можно в любой ближайший пункт. Не обязательно ехать из Первомайска или откуда-то для того, чтобы нужно обратиться в любой пункт. Если там увидят ситуацию и не справятся, обычно у нас работает санавиация. Телефонная связь. Если доктор в какой-то степени засомневался, звонок к нам, и мы по телефону инструктируем, даем свои советы, и люди приезжают. Кто-то сразу самостоятельно, кто-то по направлению врача. Поэтому, в принципе, помощь нужно получить. Пока еще у нас в любой ЦРБ и далее. Зрозуміло. Mm-hmm. І у нас ще 3 хвилинки mm-hmm. для того, щоб ми з вами підсумували нашу розмову. Отже, комарі, кліщі, різноманітні бджоли, оси, бджоли і навіть змії можуть добряче підпортити, зіпсувати відпочинок. Але якщо ви будете уважними та обережними, то все буде гаразд. Треба в таких випадках пам'ятати. Що треба пам'ятати? Наш лікар зараз дає вам наостанок поради. Взяти обов'язково з собою средства першої допомоги. Брати профілактичні одежда, репеленти, осмотреть за дітьми. Обязательно, чтобы дети не находились там, где эти насекомые, где не играются, песок, где смотреть, обязательно просматривать. Осматривать свои дома, для того, чтобы не было, я имею в виду, плане каракурта. Обязательно при первом, допустим, при укусе, иметь с собой аптечку, естественно, за городом обязательно. И при укусе вот, делать то, что я порекомендовала. Убрать насекомое, положить холод, посмотреть на реакцию и дальше уже обращаться к медикам за помощью.
Если есть антигистаминные препараты дома, они почти у всех есть, то принять хотя бы антигистаминные препараты для того, чтобы уменьшить аллергическую реакцию. Вот так. Нужно еще помнить об одном паучке. Есть такой у нас хитрый паучок – хирокантус. Он очень напоминает вначале как бы укус каракурта, пару слов скажу. Но каракурт кусает слабо, а тот кусает больно, двумя клещами. И у него возникает сильная боль в той конечности, в которой есть. Больные обращаются, мы их лечим, только обезболивающие препараты, потому что он не дает. Ну, не то, что будет так больно, что вы не будете ждать, вы побежите. Ну, просто цей час перечекати. Да, но у него нет общей токсической реакции. Надо обязательно обращаться, только не пугаться сильно. Зрозуміло. Дякую вам за корисні поради. Ми побажаємо нашим глядачам усім хорошого відпочинку. Будьте уважними і берегти себе. І дивіться нас у наступних випусках. На все добре.